Всем привет! Пишем продолжение к видео о снятии форсунки. Замочил все детали в карп-клинере. С полчасика подержал, достал, промыл, зонтик закрутился, распылитель забрызгал. Позвонил, спросил у знающего человека про момент затяжки. Цифрок он не сказал, но тянуть надо жестко. Самое главное, не провернуть спинки клапанов. Собрал форсунку, затянул в тиски. Теперь самый ответственный момент. Это затяжка. Буду затягивать по динамометрическому ключу. Момент затяжки должен быть 5 кг. Сейчас попробую куда-нибудь установить камеру. Забыл сегодня прищепку. Итак, с помощью ключа затягиваем моментом 5 кг. Так. На 5 килограмм это довольно ощутимое, оказывается, давление. Это я думал это совсем ни о чем. Вот так вот. 5 килограмм. Научил меня он одной тонкости. Потом при сборке следующих форсунок расскажу, покажу, что можно сделать, чтобы не провернуть. Начал натягивать форсунку на двигателе, сорвал резьбу. Друзья, еще один важный момент при снятии форсунки. Вот этот вот болт, который держит форсунку, шестерка. Резьба у него очень там слабенькая, не на болту, а именно на головке блока. А то может получиться, как у меня. Вот здесь стоящий болт шестерка, не закрутился, резьба сорвалась. В головке пришлось нарезать восьмерку. Купил вот такой вот новый болт. Нарезал резьбу восьмерку, буду ставить. Оказывается, чтобы не случалось подобного, отверстие нужно обязательно прогонять мечиком. Ну, теперь-то мы, конечно, будем умнее. Завел опять троит. Поехал на стенд. Стенд показал, льет обратно. То есть, правильно говорят в интернете, что основная проблема у форсунок Delphi, это как раз именно обратный клапан. А я-то грешным делом думал на распылитель, на иглу, ну там небольшая выработка. Думаю, возможно, это влияет. Распыляет внутри цилиндра и не происходит воспламенения. Оказалось, это не так. В общем, в итоге разбираю форсунку, ставлю новый клапан, опять проверяю на стенде. Форсунка в идеале. Опять приезжаю, ставлю ее на двигатель. Опять двигатель заводиться не хочет. Завожу с эфира. Двигатель троит. Снимаю обратку с форсунок, льет четвертая. Льет прям вообще очень сильно. А я об этом даже не думал, что возможно такое, что они могут лить. Совсем недавно делал тест. Сейчас покажу видео. Оп, минута. Что мы видим? Ну, здесь где-нибудь 5, 4,
опять. А тут, оказывается, пиндык приходит настолько неожиданно. Собственно говоря, все банально. Для того, чтобы завестись, нужно давление, а оно уходит в обратку. Теперь буду снимать все форсунки. Да, собственно, по одной-то их и не лечат. Если взяли за форсунки, снимают сразу все. А я хотел обойтись малой кровью, как говорится. Но что получилось, то получилось. Как я думаю, первую, третью, ну, сниму я, наверное, без особых проблем. А вот с четвертой придется потанцевать. Ну, в общем, поглядим, что получится. Кому интересно продолжение, жмем на колокольчик. Подписываемся, оставляем комментарии. Всем пока.